Всем привет! Хочу рассказать о весьма полезном устройстве – конус автополив. Огородники и просто любители домашних растений по достоинству оценят это изобретение китайского химпрома. Пользоваться им очень просто, и ценник на него вполне доступный. В розничных магазинах стоимость около 100 рублей за комплект из 4 насадок. Итак, берем пластиковую бутылку. Обрезаем донышко таким образом, чтобы получилась крышка. Это сделано для того, чтобы удобно было доливать воду. Теперь берем конус и делаем в нем 2-3 отверстия, но не более, чтобы наша вода не уходила в землю слишком быстро. Отверстия можно делать как разогретым на огне гвоздем, так и тонким сверлышком. Но следует быть аккуратным, чтобы отверстия не получились слишком большими. Накручиваем конус на бутылку. Наливаем воду. И погружаем конус в горшок с землей. Дело сделано. Остается лишь следить за уровнем воды в нашей бутылке. Купить конус можно на Алиэкспрессе, ссылка в описании. Для тех, кому неудобно ждать посылку из Китая, указаны контакты продавца в России. Если вам понравилось видео, не забывайте ставить палец вверх. Всем спасибо!